Ох ты, блин, да отличная вообще. Всем привет, погодка вообще жесть. Мы на рыбалку с Денисом выбрались. Хотим сейчас поставить жерлицы на ночь. И потом приехать, проверить, что из этого получится. Ну потому что в такую погоду сидеть вообще нереально. Ящик где-то один выскочил по дороге на кочке. Денис, он поехал искать. Блин, ну и погодка. Жесть. Ну и пока мы будем сейчас добираться и расставляться, смотрите, мы недавно ездили на рыбалку. Правда, весь день просидели, всего одна поклевка была, одна щучка. Чё ты в камеру смотрел? Нет. Нет? И холодом? Ничего не смотрю. Сразу рыбачить сел. Я понял, что она тут вся. Да? Сконцентрировалась, да? Время 20 минут третьего. Не мотает, да. Первая сработка. Офигеть. Мы уже вообще к машине пошли ужинать, обедать. Перехлестнул тут. Перехлестнул сейчас. Резко, наверное, дернул. А, она вся вымотанная. Давай. Есть. Ну, давай, давай, Дэн. Да там 15 метров ее лески. Как всегда, вовремя все. Как всегда. О, слушай, ну килоха. Хорошая, длинная, блин, какая. Вообще огонь. Да, Диман. Привет, привет, привет. Ты как всегда, вовремя. Вот щуку тащили, блин, а ты тут звонишь, как обычно. Да, конечно, а как же. Взвесил щуку. Щука кило 100. Блин, она мне кажется такой маленькой, вот после того, как я вытащил на 6350. Надеюсь, что это недолго продлится, потому что не очень это радует как-то. Раньше таким щукам прям очень сильно радовался, а сейчас как-то так смотришь на них,
такие мелкие какие-то, маленькие. Хотя, в принципе, раньше такие ловились, и это было очень хорошо. Ну, не знаю, я говорю, надеюсь, что это скоро закончится, такое чувство. А то мы уже вообще расстроились. Хотели уже на Авито снасть выложить. Походу, теперь подождем немножко, да? Да, однозначно подождем. Пока не будем выкладывать. Я думаю, знаешь, что надо сделать? А? Пройти это. Продернуть? Продернуть, а то может караси где там в траву, где в корягу забить. Ну да. Искали-искали мы место, еле нашли. Много проталин, промоин. Расставили жерлицы. И будем собираться сейчас домой. А завтра с утра пораньше приедем. Проверим их и посидим, порыбачим денек. Так что до встречи на реке. Вот такие вот дела, ни одной сработки вообще. Ну, что делать? Посидим сейчас еще денек, порыбачим, посмотрим, может, сработки будут. Я в шоке вообще. Ну, хотя бы одна какая-нибудь холостая была бы. Вода стоит на реке. Да, блин. Ни одной. Как так? Вообще не понимаю. Живец. Живец. Давай пойду поставлю. Давай. Кушок. Еще один живец. Живец. Живой живец. Пойду подальше поставлю. Стоять. Что надо? Нет, не тишина, только завела. Завела. Сильно? Послать, может, выйдет. А, что-то и не тянет. Все. Что, идет? Что ли? Да? Да. Вышло, да? Ох ты, блин, да отличное вообще. Мои поздравления. Вот какая красоточка. Ну смотри, вся в пиявках. Вон вся спина. Просто она не хотела. Вернее, хотела жить в камыше. Да? А мы это не дали. Лесочка моя 0,3. Лесочка твоя. Мне кажется, она по ощущениям все 0,2. Ну, я не знаю. Но факт есть факт. Ну, главное, выдержала. Да. Ребят. Такая хорошенькая щучка. Ну, где-то 100 кг.
Кило 200. Ну да. Отлично. Ну просто отлично. А то уж совсем как-то мы расстроились. А нужно просто было верить в себя. В себя, да. Ну и как вам такая рыбалочка? У нас опять уже вечереет. Одну щучку мы взяли, блин, одну щуку почти за сутки. Это как? Ну да, глухозимие, что с этим поделаешь? Пробовали на карася и на окуня. Там Димка сидит, носорогу, тоже у него вообще нифига ничего. Вот такая вот трудовая рыбалка получилась. У нас еще несколько штук в затоне там стоит. Сейчас Денис за мной приедет. Скатаемся туда, проверим. Если что-то будет, увидите. Если нет, то всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.